Ну что, давайте смотреть, что нас тут ждет дальше с вами, ребят. Какие приключения и какие головоломки. Так, а можно только дяди сразу не пугать? Дяде страшно. Если бы мы еще... Да ты шуля! Моя ж ты зайка, ля, снайперка. Это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Хочу такую в пабах себе, снайперку. Ага. Боже, какое неудобное управление. Ага, перезарядиться. Так, ладно, 9 патрошков. И куда нам плыть? Куда-то ж явно сюда, правильно? Угу, не сюда. Погоди, это лестница? Да, это лестница. Так, идем, берем в руки вот эту вот штуку. Сори, что пользуюсь только АКМом, но... Нету более надежного ничего здесь. Вот реально. Ёб твою... Не, я упал. А, отстань, пожалуйста, ты же видишь, я не могу даже всплыть. По-нормальному. Ля ты... Крыса, 22%! Ну все, мы сейчас закончимся. Правильно я понимаю? Сука. Где ты, крысюк? Божечки ты мой. Понял. Понял, принял. 25, как говорится. Интересно, сколько этих снайперов будет тут на уровне. А можно мне всплыть? Не, нельзя. Я так понимаю, нельзя. Так, а ну-ка, лови, парниша. Боже, какая неудобная сенса здесь. Какая неудобная здесь сенса. Есть контакт. Еще воду, да? Я так понимаю, еще должны быть. Ну? Тихо. Не упади, пожалуйста. Где ты? Падла. Да, жесть. Ага. Тихо. Так, вот лестницу вижу, ребят, вижу лестницу. А я смогу к ней допрыгнуть? Ну, наверное, да, если смогу разбежаться, правильно?
Во, хорошо. Давай, человек-паук, полезли. Боже, как вы меня бесите. Как же вы меня бесите. Так, это мне типа перепрыгивать нужно или что? Вот этим вот штукам. Правильно я поем по ним? Мою. Я, наверное, правильно понимал, но... Ну, как обычно. Блин, нельзя было все как-то попроще это все сделать, не? Вам-то хорошо, вы сейчас чаёк, наверное, пьете. Каким-то вкусненьким. А мне приходится прыгать, тут что горный козёль. Шо, месье козёль? Так, куда и тут, напомните мне? Ага, по-моему, вот сюда. Да, он все дой. Полезли. Блин, он так небезопасно лезет. Я все очкую, что он сорвется. Нет! Накаркал, понимаешь? Так, нам туда нужно, хорошо. Правильно я понимаю, нам же туда нужно. Нет, ну беги ты! Почему он не бежит? Ага. Падла. Нет, ну пожрал. Я удалю ее сейчас нахер, эту гребаную игру. Нельзя вообще в руки ничего не брать. Падла. За это мучение, ребят, вы обязаны мне лайкосик поставить хотя бы по одному. Божечки, как же тут все неудобно. Реально, как же тут все неудобно. Тихо, 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 пожалуйста, не, нет, ну не, пожалуйста, ну не надо. Ну я тебя прожу, ну гребаный кибастос. Гребаная игра. Удалю тебя, я пойду в Майнкрафт играть. Сейчас, секундочку, ребят, сейчас, секундочку, соберемся, выдохнем. Не спеша, потихонечку. Потихонечку, я сказал, его заносит на поворотах, понимаешь? Он когда бежит, его заносит на поворотах. Гребаная падла. Все хорошо. Так, дальше куда тут? По-моему, сюда. Не, вот сюда. Нет, нет. Боже, это издевательство. Это издевательство над моими нервами. Я опять упал. Это гребаное издевательство над моими нервами, я серьезно говорю.
Сколько я? Минуты 7 уже, да, бегаю тут? Ну да, где-то минут 7 уже бегаю. Ладно, ладно. Из-за вас все платло произошло. Сидел бы себе спокойно, чай бы пил бы, батарейку проносил бы. С Колей бы общался. Или как его? Не, надо было вот эти все эксперименты экспериментальные делать. А теперь самое сложное. Теперь самое сложное. Не, я это вырезать не буду. Будем смотреть вместе. Будем смотреть на это вместе, ребята. Понимаешь, игра даже не хочет оружие убрать, чтобы мне удобнее было. Падла. Давай попробуем без оружия побегать. А. Ой, захилился, проверяй. Захилился, проверяй. Полезли. Лезли. Хорошо. Хорош. Понял. Понял, ребят, понял. Понял. Ладно, ладно. Без комментариев. А, я даже не зарядился. Даже не зарядился. Секунду. Секунду, секунду. Хорошо. И тут надо не забывать, у нас сейчас где-то будут челики обычные, которые будут нас с вами стрелять. Помните, да, это? Где-то сейчас тут будет обычный челик, если я не ошибаюсь. Ёб твою! Мне честно хочется удалить эту гребаную игру. Реально, мне хочется взять и удалить ее нахер. Ну это бред, ну это гребаный бред с этими сохранениями, с этим совсем. Ну, с этими прыжками. Ну давай, то запрыгни, то Владик. Божечки. Божечки ты мой. Где этот хер? Божечки, не зародился. Ладно, ладно, не горим.
не горим, ребят, все хорошо. Бегим дальше. Бегим дальше. Можем тут сохраниться. Сохранились, хорошо. Сохранить игру. Понял. Понял. А ты не хочешь сдохнуть, не? Божечки ты мой, пожалуйста, игра, я тебя прошу. Но не беси ты меня. Я еще и не докинул. Лови. Есть, хорошо. Все, шикарно. Карна, сохранить игру. Опа. Еб твою, блять. Твою душу, мать. Дебилы. Да, 50% сохранить игру. Сохранить игру. Загрузить игру. Сохранить игру. Сохранить. Потому что реально я ее нахуй удалю, если я еще раз буду проходить все заново, это все. Жесть. Оно реально того не стоит, оно реально того не стоит. Вы это сделали, я нас поздравляю. Прикинь бы, если бы не сохранился там. Все хорошо. Божечки. Да-да-да, вызываем что-то кому-то. Немедленно сохранить игру. Все, я так понимаю, нам вот сюда нужно. Да, 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 мой хороший, да, мой маленький. Ой.
Да какая опасность, все хорошо, ребят. Какая может быть опасность, все хорошо. Блин, мне даже интересно сейчас, ребят, сори, я альтабдусь, посмотрю в ВБС, сколько я... 20 минут, 20 минут мы проходили это с вами, 20 минут, понимаешь? Это просто какой-то забей, понимаешь? Игра сохранена, неужели? Ёб твою. Ага. Ну и первый, да, говоришь? А где? Понял. Сука. Я хоть попадаю, либо не. Или кто там попадает? Ёб твою, блядь! Что вы тут забыли, дебилы? Сука, и так без вас здесь. Стабилизирую обстановку. Да, да, давай. Давай, братюнь. Стабилизировал. Нормально стабилизировал. Слышь, в кого я этой супер-пупер-пушкой стреляю? Да какой огонь, успокойся. Давай дружить, давай. Давай дружить, 14 патронов. Ага, еще помощь высылают. Мы не можем тут пробежать, не? Нигде с вами. Так. Стой. Хорошо, сохранить. Так, теперь можно и бежать. Опять у нас здесь с вами будет подлаги. Но с этим я уже ничего не могу сделать, ребят. На улице игра вообще не оптимизированная. Так что придется немножко... Ой, прости, брат. Брат за брата за основу взято. Ты все, мы можем просто пробежать, либо не можем. Сейчас проверю просто. Можем ли мы просто пробежать здесь это все? Безобразие. Тихо, 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 тихо. Куда нам? Ёб твою. Испугал меня, сука. Здорово. А по-другому не так говорит. Ну да. Ладно, каретрин есть. В смысле, дай пройди, дебил. Дай пройду, придурок. Да быстрее. Ну че, может, чем? Да не, спасибо. Нет времени. Так, значит, так это ты устроил взрыв в лаборатории? Ага, говорю, если бы, тут двух слов не объяснить. А кто сказал, что это я все устроил? Да все об этом говорят, по телевизору, по новостям. Слушайте, они смущают, что нас тут стреляют. У меня есть своя версия, и все было на самом деле. Ой. Ну людей я положил немало, хотя на меня рыпались. Да ясен хер, все было по-другому, нашел кому верить. Конечно. А как все было на самом деле? А у тебя аптечки нет, а? Я бы с радостью объяснил бы, но... Что тут происходит?
нас как бы стреляют. А ты видел, какая-то хрень расползается и растет. Это что, блядь, такое? Вкратце описать. Ха, но тут за неделю все не расскажешь. Да обычный день в лаборатории. Меня вызвали в 5-й сектор. Там опять какое-то испытание было. Сказали тягать рубильники. Ну я рубильники и включал. Потом как начало все трястись и резкий взрыв. Дальше не помню. Очнулся я полностью целый. Но походу у меня какая-то регенерация ткани. Я... Помнишь фильм «Росомаха»? Владян, по-моему, ты пиздишь. Походу да, походу пиздишь, Владян. «Росомаха», блять. Ну, твое право не верить. Главное, я... Теперь вся эта гадость распылилась, и хер знает, что делать дальше. А ты слышал, эвакуацию объявили? Да слышал, слышал, иди сюда, давай тут поговорим. Выкладывай, что там у тебя? Ты же знаешь, что нам в шею чипы захерачили для отслеживания. Ага, теперь по-любому. Теперь суки следят за нашими передвижениями. Ну конечно знаю про это. Так вот, от этого чипа надо бавляться. В общем... Возьми ключи от моей машины и гаража и не забудь обязательно взять с собой спутниковый телефон. Будем связываться с тобой по нему и поедешь к моему деду. А он что, еще живой? Давай не перебивай. Так вот, дед мой матерый инженер. Он достанет чип или попробует сделать так, чтобы чип не работал. Потом, во время всего этого хаоса, можно по-тихому снести нахер этого сраного... Да хватит пиздеть, давай, все поехали! Люди, и главное, мы будем свободны! Ну как тебе идея? Шикарно, дай ключи, я поехал. Но мне как-то уже плевать на народ, не хочу никому помогать, быть героем. Не решай за людей, чего они хотят, сами разберутся. Я думал вообще свалить куда подальше, да и катись все к черту. А вот, дружочек, в этом и проблема. Проблема. Что тебе никуда не удастся. Ты че, хмырь? Так и будешь всю жизнь бояться и быть в бегах. Желаешь свободы? Хочешь или не хочешь, надо что-то сделать с этим диктатором. Блин, ну хрен с ним. Все равно чип нужно доставать. Я съезжу к твоему деду, но ничего не обещаю. Ну вот, это уже другой базар. Ладно, долго задерживаться не будем. В общем, бери машину и дуй к деду. Давай. Ключи мне. Где взять, понял? А я таки извиняюсь, а ты меня выпустишь? Или мне надо ключи где-то взять? Ага, ключи, телефон, все, поехали. Давай, Владян. Давай, братан, мама, ага, мама. Тебе не хватает. Жалко, они чифернули, конечно. А где ключи от дедовой машины? Ой, это свои ж? Ёб твою, как молотят. А как мне найти дедову машину? Вот это вот она, да, по-моему? Не, не она. Где ключи? Чет, где тачка? Куда ехать? Куда нам тут ехать? Прием, 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 прием. Как слышно, прием. Как слышно, прием. Я, блядь, ёбнусь с этой игрой, серьезно говорю. Вот это вот дедова машина. Гараж, 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 нам нужен гараж, хорошо. Гараж, вот гараж, да, походу? Да. Да ты шо, поехали, братюня, поехали. Жизнь хуйня, согласен. Чем мы не едем? Ля. Только не решу, у тебя, блядь, бензина нету.
Или ты просто выехать не можешь? Боже, как оно все дергает. Видишь, оно все дергает. Я завожу, оно не хочет, понимаешь? Радио, оф, т, в, у. Да будем все кнопки нажимать. Прикинь, оно заводиться не хочет. Но я на пробел нажимаю, такое чувство, как будто передатчик этот. Пониженная передача, переключатель F1, F-Shift, Tab, E, Ctrl, Alt, Delete, 4, 7, 8, 10. Давай, ребят, подставим сюда звуки, просто там. Эта хуйня ехать не хочет. Что-то обманул у нас корефан наш, да, походу? Может, у нас бензина просто нету? Или что? Жесть. Ёб твою. Все, завелось. Нет, нихуя. Нихуя не завелось. А, я еще в стенку попал. Слышь, а ты что, блять, у нас нахуй? Робокоп? А? Чахлык невмирущий? У нас потеряна связь с миром, блять. Почему я не могу отсюда выехать? И тут даже заданий же ж нету, понимаешь, тут нету ни мини-карты, ни хера нету. Ну я там понимаю, что логично, нам же отсюда выезжать надо. Божечкин, оно завелось. Наконец-то. Наконец-то эта помойка завелась. Едем к деду, едем к деду. До побачення, мы к деду. Тут либо надо было расчистить просто это все, либо я что-то не понимаю. Но я все кнопки нажимал. Реально максимально всем. Все, наконец-то мы с вами, ребят, теперь как росомаха, понимаешь? Не хватает Дэдпула только здесь. Блять, стой, машинка, я случайно нажал. Машинка, погоди, не уезжай без меня на нахуй. Так, погоди. Погоди. Я случайно на Ешку нажал. Так, прости, машинка, прости. Прости, машинка, меня. Я не хотел. Давай, Владян. Давай, давай, братан. Ага, давай. Все. Твори добро, бро. Сука, испугал меня. Высылай.
А, двигатель запустить кнопкой Q. Понял, спасибо. Вовремя, блять. Как хорошо, что я это все не читаю. Все, поехали, поехали, поехали. Надо будет тут сохраниться. А, я не могу сохранить игру, понял. Наверное, пока мисика цены какой-то не будет. Если честно, я просто хотел в кладе фонари включить. Все, на Ф фонарь. Фонарь на Ф. Не, ну, логично. А хорошо прет, да, тачка? Неплохо. Тихо, 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 тихо. Все, 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 ребят, я уезжаю. Выпустите меня, пожалуйста. А, наверное, не получится, да? Там я ворота не открою. Ладно, пока я ворота не открою, не получится выехать, да? Или не? Алло, дед, я к тебе уже еду, держись. И как мне отсюда выбраться? Не говори, что мне куда-то сюда бежать надо. Сохраниться? А, я могу сохраниться. Давай сохранимся. На всякий пожарный. Ага, тут пройти не могу. И тут тоже. Ладно. Возвращаемся. И что делать? Что мне делать? Ну явно ж не врезаться, правильно? А другого пути, я так понимаю, здесь нету. Ну да. Так, Арчи, думай, 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 голова. Думай, голова, два уха. Так, это Бобик нельзя никак взаимодействовать. Можно до этой пушкой взорвать ее. Как мне проехать через ворота? Дай мне залезть. Так, и пройти никак не могу. Ну там наверху вообще ничего нету. Возвращаться назад на тачку лишь? А, вот лестница. Вот лестница. Я просто невнимателен был. Как же, блядь, неудобно эта вся система работает с этим прицелом. Ёб твою. Ты понимаешь, я когда хочу выстрелить, он, блядь, впадло встает. Остановись, пожалуйста, ты можешь так быстро не бегать? Ты видишь, что я не успеваю это все. Ёб твою. На, парниш, лови. Лови, пидоруночек. Если бы вы знали, какое тут управление сенса неудобное на снайперке.
Вы знали, какая-то неудобная санкция на этой снайперке. Там, где ты противник? Где ты, брат, братан, братишкин? Когда меня отпустят? Есть контакт? Есть контакт? Где контакт? Готов к бою. Ты же захочешь мой провод. Понял. Остановись, пожалуйста. Остановись, пожалуйста. Божечки, вот это вот спрей. Вот это я понимаю, вот это вот спрей у нас с вами. Угу, ничего не все, да? Ля-ля-ля-ля, поизи, да вон Лиза. Где этот хуй? Погоди, погоди, погоди. Восемь, восемь, папиросим. Тихо-тихо-тихо-тихо, сотрудник. Понял. Понял. Как тебе нравится контакт? Мне тоже не нравится. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Да ничего не случилось. Блять, вы закончиться не хотите? Ёб твою. Тут еще что мне тут делать надо? Мне надо что-то открыть же, я так понимаю, правильно? Да стой ты уже на месте, все. Чик-чирики в дамке, ребят. Просто чик-чирики в дамке. Все, побежали, наконец-то. Ужас какой-то, понимаешь, какой-то реально ужас. Все, 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 не-не. Давайте я подвезу к деду. Поехали, крыца, я тебя к деду подвезу. Ну какое красивое лицо, ля, на елочке. На освежителя воздуха вот это вот прям губище. Мое почтение. Стой, 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 стой. Ага, еще не все, да? Еще один такой блокпост. Так, а тут вход где? А тут вход без понятия где, да? Давай мы, наверное, сохраним игру.
чтобы потом заново это все не проходить. И побежали. Ага. Слышь, откуда вы знаете, что я здесь читеры? Просто читеры. Давай, давай, ребят, ребят, по одному. Да, обстановка нормальная. Нормальная обстановка. Твою, блять. Лови. Лови, братиш. Ой, ёб твою. Нихера не вижу. Да какая агрессия, вы чего? Я вообще самый мирный здесь из всех вас. Бля, как оно прет на меня. Нихера не вижу, сколько вас здесь. Кто буйный? Ты буйный, слышь? Сами вы буйные. Давай, парни, по одному. Сейчас ты меня, блять, прокатишься. Все, покидайте территорию, персонал. А ты что, не персонал? А, скажи, пожалуйста, ты не персонал? Падла. Так, надо открывать. Надо открывать быстрее. А где тут открыть? Понимаете, что в этом здании большом? Ага, тут надо будет аккумулятор поставить какой-то. Понял. А где мне найти аккумулятор? Где мне найти аккумулятор? Вот аккумулятор, ребят. Все. Хватит в этом цирке участвовать. Поехали. Ёб твою, блядь. Убегаем, убегаем. Уходи, уходи, уходи. Дверь закрой. Божечки ты мой, блядь. Сука, отстань, пожалуйста. Ёб твою, блядь. Угу. Ну так и себе отсюда нахуй, если у тебя патроны закончились, блядь. Заебёте. Бундаки. А где аккумулятор, я не понял. Да какая крыса, я просто зашел в гости спросить, как дела, дорогу к деду.
Ёб твою, блять, он в упоре, да, у меня? Вот хуй в упоре у меня был. А где аккумулятор делся? Кто мне скажет, или я уже открыл с вами дверку? Что мне дальше делать? Все? Работает же, правильно? Да, работает, дверка открыта. Все, до побачення. Уезжаем нахуй отсюда. Почему вторая дверь не открыта? На нахуй. Лови. Так, хорошо. Ёбаный. Божечки. Божечки, ты мой. Какой же ж бред. Какой же гребаный бред. Где моя тачка, чувак? Все, до побачення. Иди-ка ты нахуй сюда. Нет, только не перевернись, пожалуйста. Надеюсь, это был последний блокпост, и на этом мы серию закончим, потому что чересчур что-то она насыщенное было. По привычке shift зажимаю, как в PUBG. Сижу, ловлю на себя на мысли, что оно не помогает ничего. Вот это вот где тут или не? Или нам дальше ехать? Вы не помните, куда нам надо было ехать? Деревня, я помню. А куда именно? Куда конкретно, вот реально я и не помню. Сейчас, наверное, за нами вертолет, да, будет лететь? Военный. Тихо. Не перевернись, реально столько страдал и мучился с этой миссией. Все, по идее должна быть касцена, типа загрузка. Да. Так оно и есть, ребята. Шесть часов спустя. Говорю, я вот 6 часов ехал, но пока ничего не случилось. Устал, конечно, но думаю, уже скоро буду. О, ну наконец-то. Сейчас я позвоню своему деду. Пускай пока все приготовит к твоему приезду. Все, понял, принял. Давай, до связи. Давай. Так, ребят, давайте на этом мы и закончим. Говорится, всем спасибо за просмотр. Всем да потом, пока-пока. В следующей серии уже поедем к деду, потому что с меня реально на сегодня хватит. Все, всем мур-мур.